Лен, дай ручку. Да. Спасибо. Светлана Тихоновна, дайте ручку. Спасибо. Ребят, дайте ручку. Хотя современные радиоприемники очень мало напоминают приемник ПОПО, в начале радиосвязь была установлена на расстоянии 250 метров. 7 мая, день, когда ПОПО продемонстрировал работу своего приемника, стал днем рождения радио. Жидки, доски! Всем спасибо, урок окончен. Как же домашнее задание? Класс, сколько будет корень из 16? Кто может рассказать действие магнитного поля? Аппарат пойдет отвечать на доске. Шатана. Чего? Извините, мне нужно на конференцию. Извините, мне нужен ДК на репетицию. Извините, мне нужен в точку роста. Извините, мне нужен директор. Извините, мне нужно поспать. Можно войти? А, ой. Да, только не забудь отдать. Хорошо. Мэру. Ваши глаза самые добрые, без исключений. Вы любите своих детей, но и чужих любите порой не меньше. Для вас нет чужих детей. Вы гордитесь нами, когда мы лучшие, и поддерживаете нас, когда лучшие не мы. Иногда вы напоминаете нам маму, а иногда папу. Когда-то и для вас самой страшной была фраза: закрываем учебники и достаем двойные листочки. Ведь правда, часто
Вам не хватает времени на своих близких, ведь треть своей жизни вы проводите в школе. Вы устаете от нашего шума, но без нас вы скучаете. Хочется сказать вам много хорошего, но мы часто забываем слова в самый ответственный момент. И мы пытаемся сделать для вас самое малое, что мы можем.